OMTV.ua про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Німеччина передасть Україні новітню протиповітряну систему АйРАЙС, якої ще немає навіть на озброєнні Бундесферу. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю «Укрінформу». Дипломат розповів, що система може вражати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів, а станція радіолокації виявляє ці цілі у радіусі 250 кілометрів. Мельник зазначив, що завдяки уряду Німеччини вдалося домогтися укладання контракту на закупівлю. Першої такої системи вартістю у 178 мільйонів євро, він повідомив також, що сподівається на підтримку з боку Берліна на закупівлі і ще десяти таких систем, які вважаються одними з найкращих у світі, та додав, що дипломатам вдалося домогтися укладання контракту, які вважаються одними із найкращих у світі. Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українська армія вже отримала на озброєння німецькі артилерійські системи «Панцергау» ОБІЦ 2000. Що стосується систем протиповітряної оборони, то це система середньої дії. За її допомогою можна відбивати атаки літаків, вертольотів, крилатих ракет, реактивну артилерію, безпілотники та протирадіолокаційні ракети та бомби. Дорогі друзі, приветствую вас на моєму каналі. З вами Тарас Березовець Накануні. Русские нацисты выпустили по крупнейшим украинским городам свыше пяти десятков ракет. И около 30 из них было только запущено по украинской столице Киеву. Ракеты запускались с территории Каспия. Общая... Стоимость потраченных э, ракет за один день русскими нацистами превысила 250 миллионов долларов, поскольку каждая ракета, э, вот эта, которая запускалась, она стоит порядка 5 миллионов. То есть можете себе представить, четверть миллиарда долларов было в, выпущено по Украине за один день. Цель этого предельно проста. О ней поговорим далее. Сегодня также поговорим о э, саммите НАТО, который откроется уже завтра в Мадриде и пройдет он до четверга почему Россия так спешит э, затерроризировать Украину и Запад. Также поговорим об итогах саммита G7, который прошел в Германии, о том, что Россия наконец впервые за 100 лет получила суверенный дефолт. И это все прямая заслуга Владимира Путина, этого исчадия ада. Вначале, как всегда, коротко подведем сводки Генштаба вооруженных сил Украины по российским военным потерям. Итак, по состоянию на 27 июня общее количество российских оккупантов достигло круглой цифры 35 тысяч убитыми или плюс 150 за сутки. Свыше тысячи российских оккупантов находятся в украинском плену. Также уничтожено 217 самолетов, 184 вертолета, 1552 танка или плюс 20 за сутки. 3687 368, БМП БРДМ плюс 28 за сутки. 771 артиллерийская система плюс 7 за сутки. 102, 101, прошу прощения, средства ПВО плюс 2 за сутки. 243 системы реактивного залпового огня. 2575 различного типа колесной техники плюс 11 за сутки. 14 кораблей и катеров. 636 оперативно-тактических БПЛА или плюс 6 за сутки. Итак, главная новость. Накануне Киев и центральные города, в частности Харьков, Черкасы, подверглись массовому обстрелу. Накануне на этой неделе также массово обстреливали Черниговскую, Житомирскую, Львовскую области. Причина этого банальна. В э, России был назначен новый командующий по сути специальной военной операции, я об этом рассказывал. И зовут этого нового военного преступника Сергей Суровикин. Э, по данным британской разведки, Суровикин жестокий и коррумпированный военный, как и все, кто стоит у руля командования и массовыми варварскими бомбардировками он, очевидно, хочет выслужиться перед Путиным и доказать свою эффективность. Ракеты X-22 запускались с территории Каспия, запускались с территории Беларуси. Также по Украине были запущены более современные Искандеры. Как мы знаем ранее, значит, Путин встречался с Лукашенко в Санкт-Петербурге. Они обсуждали, и подтверждается моя информация, что одно из ключевых тем обсуждения было, что же сделать плохого, что же такого сделать плохого для Литвы. Литвы гордой э -э, гордой, смелой Балтийской страны, которая поставила на колени четвертый путинский рейх тем, что заблокировала полностью любой наземный э, транзит через свою территорию в Калининградскую область. И вот появляется все больше информации о том, что Путин поставил задачу своим военным головорезам найти способ решения, в том числе, возможно, военного прорубить коридор в Калининградскую область. Можно сколько угодно говорить о том, что Литва страна НАТО, Путин на это не решится, но мы имеем дело с военным преступником, у которого нет берегов, у которого нет, собственно говоря, каких-то сдерживающих факторов. И поэтому обстрелы Украины ракетами x 22 и э, Искандером, они должны были продемонстрировать, в первую очередь, изменение тактики. Путин же во всем копирует своего идейного вдохновителя Адольфа. Гитлера, который, вот условно говоря, мы сейчас пережили наш Дюнкерк, эвакуацию из Северодонецка, а дальше была битва за Британию, самая суровая, которая длилась 4 месяца с июня по сентябрь 1940 года. Попытка нацистов поставить на колени Великобритании. Вот эта битва за Британию, бомбардировки массовые варварские, которые они проводили, Лондона, Ковентри, других британских городов. И мы сейчас видим, как духовные наследователи нацизма. Теперь уже под флагами, даже похожими они любят использовать свой красный кровавый флаг так называемые победы, они пытаются сейчас реализовать. То есть задача Путина сейчас закошмарить э, Украину, Запад, в первую очередь НАТО, э, накануне саммита, НАТО, который откроется завтра в Мадриде, продлится три дня, на котором будет, как ожидается, решение увеличить вдвое военное присутствие в странах Центральной и Восточной Европы. Туда заведут э, американские войска и войска союзников других стран. Кроме того, будет принято решение об оказании нового пакета военной помощи Украине. Об этом уже накануне договорились в Германии, где Олаф Шольц принимал лидеров стран Большой Семерки. Это тоже очень важно. И то, что в день вот заседания этой Большой Семерки эти все вот барварские бомбардировки, собственно говоря, происходили, это ключевое объяснение, на кого Путин собственно говоря, ориентируется, в кого он целится. Целился в НАТО, целился в Большую Семерку и, естественно, в Украину. В Кремле по-прежнему продолжают заявлять о том, что любые переговоры возможны только на условиях Кремля. Никаких компромиссов здесь быть не может. Тем временем британская разведка делает вывод, о котором сегодня пишет Washington Post, о том, что Россия очень скоро, в течение ближайших недель, достигнет предела своих боевых возможностей на Донбассе. И таким образом медленное наступление, которое сейчас ведется, и главной целью которого теперь является город Лисичанск. После выхода из Северодонецка, э, ну достаточно грамотного, нужно сказать, в, в создавшихся условиях постоянных обстрелов уничтожения всех мостов через Северский Донец, достаточно грамотно была организована эвакуация, которую я называл украинским Дюнкерком, вышли в Лисичанск. И украинская группировка вокруг этого крупнейшего, последнего города, по сути, уже в Луганской области, она грамотно обороняется, противостоя превосходящим силам противника, превосходящим в первую очередь в плане артиллерии, количество снарядов, которые подвозятся. Не забываем, что Лукашенко презентовал Путину 20 вагонов, вдумайтесь, 20 вагонов а, снарядов, которые из Беларуси были переброшены туда же на Донбасс. Ну и вот сейчас Путин пытается этими массовыми бомбардировками а, украинской столицы, которая безусловно продолжится. Мы сейчас стоим на пороге битвы, я говорю по аналогии битва за Британию, сейчас будет идти битва за Киев. То есть массовые бомбардировки, они боятся использовать авиацию из-за того, что плотное ПВО. Сейчас и, и не только над Киевом, над другими регионами. Сейчас все больше поступило и поступает система ПВО от союзников западных. Поэтому будут использовать ракеты, в том числе устаревшие вот эти самые советские ракеты, которыми. И у них еще остаются запасы, которыми они будут обстреливать в течение ближайшего месяца. Это в принципе. Я никого не запугиваю, я предупреждаю, что вы имели в виду и планировали в том числе безопасность себя и своих близких. Крупнейшие города, Киев, Днепр в первую очередь, Харьков, Львов, также Одесса, безусловно, они будут подвергаться усиленным ракетным ударам. Такой мой прогноз. Котора основується каже на знанні історії і на аналізи нинішньої поточної ситуації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.